Всем привет, с вами Самат. Сейчас лето и сезон отпусков, и какое же лето не обходится без крутейшей поездки куда-либо. Это может быть Иссык-Куль, горы, ну или просто поездка за город. Я подготовил для вас лайфхак, с помощью которого вы сохраните свои напитки, продукты и все такое свежими, наисвежайшими. Вот это поворот! Мы будем делать хладоген для холодильника. Для вот такого вот холодильника самодельного, который я сделал сам тоже. Как его сделать, я объясню чуть попозже. Ну, не чуть попозже, в следующем видео. Для лайфхака нам понадобится два вот таких пакета. Они продаются в любом магазине. Потом два подгузника Double K от Violetta, компании Alliance Product. Ну, конечно же, два стакана воды. И два красителя, это на любой вкус и цвет. Ну, просто я хочу, чтобы они были красивыми. Так, берем, смотрите, воду. Для начала разбавляем наши красители в воде. Чтобы все было по красоте, так красиво. Так, синий я выбрал и зеленый. Классно. Теперь берем наш подгузник и заливаем его этой синей водой. Думаю, хватит. Так, подождем чуть-чуть. Берем второй подгузник. Они такие мягкие. Класс. Зеленая вода. Думаю, хватит. Смотрите, тарелка сухая. А подгузник-то классный. Естественно. Чуть-чуть подождем. Новые революционные подгузники Violetta Double K защищают ребенка от протекания и покраснения и позволяют ему чувствовать себя великолепно. Double K Violetta, как скажут дети. Водички-то мало оказалось, ну ничего. Теперь содержимое этой тарелки пересыпаем вот в этот пакет. Один.
вот такие чудесные коллагены у нас получаются. Теперь все это в морозилку до полного обморожения, и потом без проблем берете с собой на отдых в этот самодельный холодильник, кладете, и ваши напитки и продукты останутся холодными и классными. Все, всем пока, с вами был Самат.